Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, что у нас тут? 50... Как их назвать? Сфер? Так, здесь у нас 4000 сфер. Рейд закончился. Категории наград не достигнуты. Плохо. Плохо, ребята, что категории наград не достигнуты. Так, что у нас на почте? Давай-ка мы посмотрим. Ох ты. Неполадки устранены. А какие у нас были неполадки, я не помню, если честно. Ладно, в любом случае заберем награду. Так, сбор Марвелов доступно уже. Так, заканчивается патент на рассмотрение. Кто такой Крейвен Охотник? Друзья мои, я, кстати, посмотрел комикс про Крейвена Охотника. Довольно занятный персонаж. Довольно занятный персонаж. Так, в наградах, что у нас здесь? Вау-вау-вау, наполучали. Слушай, ну, сегодня, ребята, у нас будет грандиозное, видимо, открытие. Потому что я еще специально к сегодняшней серии подготовил прохождение полностью. Я сделал эпической кампанией. Ну, как полностью, докуда я смог. Получил достаточное количество сфер. Половину я из них уже открыл. Половину мы будем открывать сегодня с вами вместе. Поражение в состязании. Твою налево, ребят. Я всего лишь 7 лямов набил, но турнир завершен. Ну, я наград никаких не получу. Ну, это мизер. Это мизер, друзья мои. Жаль, конечно, жаль. Хотя я стою на первом месте. Ладно. Друзья мои, так, в рейдах что у нас? Давай посмотрим. Так, у меня сколько этих? 2900, 2900. Слушай, я, наверное, возьму и открою, да, агента США. Завербуем, так сказать, мы его сегодня. Так, ребят, давайте, наверное, мы вскроем с вами три сферы здесь. Посмотрим. Так, отлично. Две сферы здесь. Прекрасно, и все, тут больше сфер нету. Так, 375 сфер арены, мало. Так, здесь у нас 6000, почти 7. Ну что, ребята, оу, мы еще и Марию Хилл с тобой завербуем сегодня, ну это вообще шикарно. Друзья мои, это просто шикардос. Слушай, тогда знаешь что, наверное, мы возьмем... Я вот Сиф еще, ребята, хочу приобрести, ну как приобрести, прокачать. Хочу сделать все-таки команду асгардцев. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Так, а вот Пира мне нужен. Пира, в принципе, пока потерпит, пускай посидит. Так, что у нас тут, ребята? 16000. Так, а этих 6000. Ну что же я тогда, Космо буду, наверное, ребят, копить. Надо будет открыть его. Кстати, я еще ни разу, ребят, не видел Космо во вражеских отрядах. Поэтому я не знаю, на что он там способен. Так, сейчас мы глянем. Ну, тут вроде бы больше я ничего не буду открывать. Здесь у нас что? Получить. Давай. Подожди. Нет, нет, нет. Давай, наверное... Хотя, ладно, пускай. Открываем. Оу. Он у нас еще, ребят, не открыт, а заочно уже получает звезду. Прекрасно. Так, и здесь. Давай-ка вот это вот посмотрим. Ого. Красная звезда улучшена. Угу. Рэй открывает, так, шестую красную звезду для дрожь. Прекрасно. Так, ну и здесь, ребята, у нас просто две сферы. Ну что, переходим теперь к самому сладкому. Открываем сферу. Так, Канг-завоеватель. Отлично. Так, далее, друзья мои. Сфера алмаз. Ну-ка глянем. Что она выпадет здесь? Да. Немножко не то я хотел. Ладно. Так, сейчас будут у нас денежные сферы. Их должно быть у нас очень много. Так. Ай, сколько? 30 сфер? 33 даже. Ну, давай, открываем.
Я думаю, что пару лямчиков-то я, наверное, получить должен здесь. 6 лямов, друзья мои. 6 лямов получил. Но это еще не все. Это еще не все, друзья мои. Сейчас будет самое интересное. Сейчас мы дойдем до сфер этих. Вот они. Вот они, ребята, мегасферы. Их 7 штук. 7 штук. Давай вскрывать и смотреть, что нам, ребята, выпадет здесь. Ох ты, сотка на паучиху. 50 на валькирию. Хм, я ее даже открыть смогу. Точнее, завербовать. Надо же, даже пересмешница у меня выпала здесь. Ох ты, на Вэл выпала сотка, ребята, еще. Ух, подросток Локи открывается. Друзья мои, вы знаете, сколько мы сейчас откроем с вами персонажей? Наверное, штук 6. Или 7 даже. Потому что помимо этого, ну, у меня уже было заготовлено. И я тебе сейчас продемонстрирую. Так, и получить уникальные предметы. Ну что, теперь идем, ребята, на открытие наших персонажей. Хотя подожди, нет, еще пока не на открытие персонажа. Давай мы сделаем с тобой все задачки, ежедневки, выполним. Как говорится, это оставим уже на вкусненькое, на потом. Так, купить припасы. Ну что же, давай покупать припасы. Сколько у меня денег? 26 миллионов. Буквально сегодня еще было только лишь 10 миллионов, а уже 26. Такс. Вот это надо докупить. Вот это, наверное, я приобрету. Вот это возьмем. И вот это приобретем. Такс, что еще? Пока все, ребят. Дальше. Два испытания нам нужно пройти. Погнали. Отлично, и здесь. Давай. Так, это задание мы с тобой тоже выполнили. Теперь поучаствовать. Так, сделать вклад. Сделаем вклад. Угу. Тоже выполнили. Так, участвовать. Подожди, а по поводу рейдов у нас. Блин, подожди секундочку. Так, Тони Старк, десяточка уже там корячится. Давай-ка мы с тобой в рейдах попробуем сейчас поучаствовать. Вступить. Я вступлю с превеликим, ребята, удовольствием. Так, и начнем, пожалуй. У нас, правда, всего лишь 2 попытки будет. Потому что энергия, сам видишь, заканчивается там. Такс, и, наверное, я должен открыть. Поехали. Откроем здесь события тоже. Так, вступить. Ну и поехали. Так, отряд, в принципе, нормальный. Я думаю, что он здесь будет справляться. Ну, давай. С гравитоном, да, конечно, тяжеловато, ребята, драться. Но пройти возможно. Так, уже 33. Блин, ну попробуем давай этой командой. Только не поражение, пожалуйста. Победа. Так, вот она, ребята, мини-босс у нас здесь. Я, наверное, поменяю. Вот так. Вот так. И вот так. Почему-то мне вот так захотелось сделать. Прекрасно, победили. Так, двигаемся дальше. У нас последняя, ребята, битва. У нас последняя здесь битва. Сейчас мы, я надеюсь, ее выиграем. Так, дай-ка я хлебну чайку. Угу. Так, ну что, в рейдах я подрался. Надеюсь, награды нам за это начислят. Окей.
забираем. Так, у нас и достижения еще даже есть. Окей. Ну что, друзья, пойдем открывать. Ё-моё. Ну что ж, вербуем, ребята. Агент США, это злодей? Злодей мир био, сдерживатели перерождения. Слушай, я почему-то думал, что это за добро, это злодей. Ну что же, вербуем. Это антикапитан Америка, что ли, получается, да? Друзья мои, 3 звезды. И первая способность — это патриотический угар. Наносит основной цели 100% урона. Ну, то есть обычная атака. И второй — это наносит основной цели 120% урона. От этой атаки нельзя уклониться. А кто ты вообще такой, парень? Мне вот интересно знать. Когда миру был нужен Капитан Америка, Джон Уокер принял на себя это бремя. Будучи суперсолдатом, агент США помогает команде проект перерождения, блокируя способности врагов и ускоряя союзников. Слушай, ну то, что он блокирует способности врагов, это хорошо. А вот это что такое, я что-то не могу понять. Это что еще за две какие-то... Два алмаза. Следующие, ребята. Женщина-паук. Женщина-паук — грозный бластер. С помощью феромонов она лишает врагов силы, чтобы сделать их уязвимыми к сокрушительным атакам. Вербуем. Ну, как мы видим, у нее, ребята, тоже 3 звезды. Первая способность — это молниеносные удары. Наносит основной цели 80% урона и накладывает ослабление защиты. Также атакует от 1 до 2 ближайших целей, нанося 60 урона и накладывая ослабление защиты. Неплохо. Вторая способность — скользящая атака. Наносит основной цели 80% урона. Также атакует до 2 ближайших целей, нанося 80% урона. Этой атаки невозможно избежать, и ее нельзя заблокировать. А во время атаки на войне эту атаку нельзя ответить контратакой. Понятно, ребята. Вот такая вот у нас женщина-паук. Что вы? Знаете, зачем мне ее искать? Так, ребята. Паук-призрак. Герой, город, био, сдерживатель, паучья вселенная, воины паутины. Паук-призрак родом из вселенной, где радиоактивный паук укусил Гвен Стейси. Она проворный воин паутины, который может помешать врагам использовать их способности. Вот так вот. И у нее тоже, друзья, 3 звезды, но красные. Первая способность — это ловчий паук. Крадет у основной цели 1 заряд у ворота. Наносит основной цели 90% урона и с шансом 50% дает у ворот. От этой атаки нельзя уклониться. Вторая способность — это изящная паутина. Наносит основной цели 80% урона, в случае критического удара накладывает блокировку способностей. Также атакует до 3 ближайших целей, нанося 80% урона. Накладывает на каждую цель замедление. Третья, ребят, способность — это паучья ловушка. Наносит всем врагам 100% урона. Нифига себе. И последнее — это ударное возмездие. Когда у союзного человека паука Майлза Моралеса остается меньше 50% от максимального здоровья, накладывает на него скрытность. Когда враг атакует персонажа или союзного воина паутины, наносит этому врагу 50% урона. Дает 10% к шансу уклонения и дает 5% к урону. То есть этот паучок у нас рейдовый, потому что тут идут дальше рейдовые способности. Очень даже неплохо. Следующие, ребята, это у нас Кул Обсидиан. Злодеи, космос, биопротекторы, черный орден. Выглядит, конечно, мощно. Кул Обсидиан. Протектор, защищающий черный орден и наносящий ответные удары тем, кто перечит Таносу. То есть это орда Таноса. Вербуем. И также у него, друзья мои, 3 звезды. И первая способность, которую мы видим, это роковое сечение. Наносит основной и ближайшим целям 100% урона. Вторая способность — дает провокацию. Ага, дает провокацию. А на 2-м уровне снимает с персонажа до 2 отрицательных эффектов. Если среди союзников есть легендарный злодей, и с этого снимает, видимо, все отрицательные эффекты. Наносит основной цели 100% урона. Ну, какой-то такой себе, да? И при появлении дает усиление защиты на 2 хода. В начале хода союзного Таноса, если у него нет
камня силы дает ему камень силы и усиление защиты на 2 хода. Персонаж может использовать этот эффект только один раз за матч. Когда враг атакует союзного легендарного злодея или Таноса, наносит тому врагу 50% урона. А какие еще камни Таноса? Откуда они вообще взяли-то их? Ну что же, ребята, следующий это идет Мария Хилл. Мария Хилл — это персонаж поддержки Тайных Мстителей, которая приходит на помощь союзникам, доставляя им передатчики от щита и особых агентов, чтобы снять приоритетные цели. Такая с пистолетиком. Шикарная попа. Все как надо, ребят. Ну что, вербуем? Так, 3 звезды. И первая способность, друзья мои, это... Ближняя поддержка. Наносит основной цели 80% урона с шансом 50%, накладывает отражение на непризванного союзника с наибольшими потерями здоровья. Если этот союзник Тайный Мститель, также накладывает на него регенерацию. Неплохо. Второй это огневая супермощь. Призывает одного стрелка щита, накладывая на призванного стрелка щита усиление атаки, усиление защиты и защиту от смерти. Наносит основной цели 120% урона, призывает на помощь всех союзных стрелков щита. Накладывает на основную цель ослабление защиты. И если среди союзников есть Шерон Карл, дает плюс 500 дополнительной концентрации для этой атаки. Этой атаки невозможно избежать, ее нельзя заблокировать. Вот так вот, ребята. Захочешь убежать, да не тут-то было. Ну что же, это не совсем новый персонаж, ребята. Человек-лед. Герои, мир, мутанты. Бобби Дрейк. Один из первых членов команды Людей X. Его способность контролировать холод позволяет ему замедлять и замораживать своих противников. Вербуем, конечно же. Тоже 3 звезды. Ну-ка, что он там умеет? Наносит основной цели и ближайшим 60% урона и накладывает замедление. Дает 1000% дополнительной концентрации для этой атаки. Шоковая заморозка. Значит, наносит основной цели 80% урона. Если на нее действует замедление, эта атака всегда наносит критический урон и накладывает оглушение. Вот так вот, ребята. Ну что, а вот и подросток Локи. Я только одного не могу понять, почему у него на спине сидит крокодил. Почему? Эта юная версия Локи накладывает регенерацию на другие союзные версии Локи и прячет в своем рукаве опасные козыри. То есть он Локи в составе Локи, что ли? Интересно. Ну, крокодил. Крокодил прикольный. Так, ребята, 2 звезды. Значит так, укус и лезвие. Наносит основной цели 80% урона. В рейдах, когда этот персонаж проводит контратаку или приходит на помощь при наличии у него регенерации, это контратака или помощь, получает 100% к урону. И вторая способность. Наносит основной цели 100% урона и похищает 40% здоровья. Наносит основной и ближайшим целям 80% урона. Такой, да? Локи, юнец. Ну что, ребята, вот у нас и Валькирия. Опять же, это Асгард. Дети космос, навык Буяны. Обалденная кроха. Валькирия, глава личной стражи Одина, которого усиливает героев детей Асгарда и наносит врагам могучие удары своим мечом, клыком дракона. Вербуем, конечно же. 3 звездочки у нее. Шикарно. Так, восходящий разрез. Друзья мои, у нее первая способность. Наносит основную цель 80% урона и проводит бонусную атаку, нанося 80% урона. И если у основной цели есть защита от смерти, каждая атака наносит 10% дополнительного урона. Плюс дает один заряд готовности. Я что-то не понял, почему я же ее завербовал. Подожди. Стоп, я что-то не понял. Я же ее завербовал, а почему я не могу... Показано, а тут почему? Так, значит, второй это рывок Валькирии. Дает контратаку персонажу и всем союзникам из героев детей Асгарда. Наносит основной цели 160% урона. Если у основной цели есть защита от смерти, атака наносит 20% дополнительного урона. Да, это бафил. Бафер получается у нас, бафает асгардцев всех получается. Ну что, Кейт Бишоп. Это у нас, ребята, юные мстители. Отличная краля.
Кейт Бишоп всегда была умелой лучницей, но стала еще опаснее благодаря хитрым стрелам Соколиного Глаза. Упрямая и немного безрассудная, она отлично подходит на роль лидера юных мстителей. Лидер, да, значит она? Прекрасно. Имеет всего лишь 2 звездочки, друзья мои. Лучница-акробат. Наносит основной цели 60% проникающего урона. Если у этого персонажа есть готовность, дает 25% шансу крит удара для этой атаки. Эту атаку нельзя заблокировать и от нее нельзя уклониться. Хитрые выстрелы. Наносит основной и ближайшим целям 130% урона. Если у этого персонажа нет готовности, дает готовность. От этой атаки нельзя уклониться. То есть от ее атаки уклониться вообще нельзя. И последние, ребята, на сегодня. Но это не открытие, это, ребята, просто повышение идет у нас. Повышение ранга. Раз, два, три, четыре, пять. 5 звезд. Дрожь. Ребят, ну это еще понятно. Сейчас мы с тобой Альтрона найдем. Вот он. Новый ранг, друзья мои. И еще новый ранг. Я офигею, ребята. Все 6 звезд, да? Какой 6? 7? Все 7 звезд. Я офигею. Вот так вот, ребят. Только недавно мы его получили, и он уже имеет 7 звезд. Фух. Я даже не знаю теперь, кого, ребята, прокачивать. Так, давай посмотрим. Может быть, у нас кто еще может прапаться по уровню. Мстительница. Вот нам остался Космос, Гвинпул, Мстительница, Ника Минору. Тут очень много скоро бойцов новых еще откроется у нас. Так, по-моему, наверное, никто больше не хочет у нас, да, тут? А, нет, Вэл, точно, ребята, Вэл же у нас. Получает новый ранг. Замечательно. Так, Капитан Америка, ну, конечно же. 3 звезды. Ага, Ткачиха-паучиха тоже получает, ребят, новый ранг. Идеально. Сив тоже, друзья, получает новый ранг. Так, по-моему, по-моему, все, ребят, больше. Альтрон у нас максималка, прикинь. Альтрон максимальный уровень получил. Я в шоке, ребята. Сам для себя. Так-с. Знаешь, что мне хотелось бы? Мне хотелось бы поднять уровень нашей спасательницы. Можно мне найти? Блин, мне нужна энергия, в принципе, ребят. Пока не буду тратить. Сейчас посмотрим, что там нам дальше. Так, здесь только у Таноса можно, да? Вечный Титан, Кулак Мощи. Давай пока мы это не будем трогать. Что у нас там на почте? Нация Ваканды. Ага, осколки увеличены за получение, ребята. Так, что у нас тут? Так, а что вы мне показываете? А, сферу. Ну, сферу я открою, так уж и быть. Ну что опять с игрой, ё-моё, начинает тупить опять. Так-с, давай-ка мы теперь глянем этапы. Аж 7 штук. Ну, нормально. 7 наград, ребят. То есть 7 этапов у нас пройдено. И за каждый получаем награды. Опа. Отлично. Так, друзья мои, у нас 6 событий. Ну-ка, дай-ка я гляну, что там за... Сбор Марвелов, друзья мои. Вот. Ну-ка, давай посмотрим. Так. Возможные награды. Ага, ну-ка, а как это будет выглядеть? Нью-Йорк, башня Фиска. Мы загнали Киплинга в угол. Как только он покажет здесь свою уродливую морду, мы его возьмем. Божечки, это так захватывающе. Одолеем того самого Кингпина вместе с защитниками. Поживее, вот и он. Так, только те персонажи, которые предоставлены для прохождения миссии. А я справлюсь с таким отрядом-то?
Ну ладно, Кейдж-то еще может быть справится. Он мощный, а остальные-то у меня, по-моему, не прокачанные. Ну, сорви голова, еще там чуть-чуть вроде бы что-то прокачан. Сейчас посмотрим. От вас одни хлопоты, придется мне разобраться с вами самому. А можно пойти простым или сложным путем, Кингпин? Всегда хотела это сказать. Думаю, он предпочитает сложные, к счастью, мы тоже. Ну что ж, давайте, друзья мои, смотреть. Начнем, наверное, сколько тут? 12 врагов. Давай глянем. Неплохо удар был произведен. Нате в табло. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо, братюня. Успокойся, пожалуйста. Сорвиголова, на, по башке ему. 92 тысячи урона. 34 тысячи. 25. По-моему, ребят, мы тут не справимся. Провокацию берет, да? Так, давай. Камала Хан, идемте со мной. Срочное дело связано с ударом. Ник Фьюри, я сейчас, но сначала нам нужно отметелить нескольких негодяев. Ну, нам хоть Ник Фьюри дали, спасибо на этом. Кингпину все равно, ребят, кранты. Я его попробую сейчас ушатать. Смотри, что творит, а. Суперфанатка. Ну-ка, давай-ка... А, там провокация. Так, неплохо. Заблокирован, гад. Что он делает? Ох, усиление, ребята. И контратаку повесил, да? Ну, тут, конечно, жесткость. Тут обкутался своими этими охламонами. Пробьем, интересно, или нет? Поехали. Кингпину досталось. Сорвиголова разошелся, называется. Так, теперь этот еще провокацию включает. Ну что, давай усиливай тогда нашу команду. Во, другое дело. Поехали. Удар в табло. Я, с вашего позволения, ребят, немножко скорость повышу. Провокацию возьмем. Поехали. Кинг... Блин, там этот, в провокации я хотел Кингпина дубасить, если честно. Но не получится пока. На, подсрачника. Я так понимаю, у нас здесь нет ни у кого массовой атаки. Ну, есть у Сорвиголовы, но это такая себе массовая атака. Давай хоть помощь позовем. Ну что, Камала? Чем быстрее мы Кингпина вольнем, вот все, ребят. По крайней мере, он не будет больше призывать этих солдат своих. Но они такие ватники. Так, бафнули нашу команду мы. Давай еще одну массовую атаку. Я этого добить хочу просто-напросто. Улетел. Так, еще 6. Раз, два, три, 4. А, это последний. Камала взяла в табло ему, зарядила. Но... Кого-то ушатали мы кого-то там, еще одного, ребят. Поехали.
коленочки. На, сразу минус 2. Блин, что он блокирует, а? Даже кейдж не берет его. Ну что, я смотрю, тут осталась колдунья и электро. Бей. Слушай, ну она неплохо отнимает здоровье. Провокацию взяли. В минус отправили, короче. В небытие. Так, ну что, остается последний персонаж. Сейчас я его ушатываю. Контрат... Нет, 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 только не завис... Ребята, вот это вот самое хреновое. Что может быть? Я заметил, в последнее время игра зависает. Вот. Это мне придется заново перепроходить весь бой. Так, ну что, ребята, вот их двое тут осталось, последних. Давай, наверное, с электро начнем. Все заново пришлось, ребята, перепроходить. Ну, электри, в принципе, кранты. Ух ты, настоящий Ник Фьюри, это правда? Вы ведь не Скрулл, нет? Нет, никакой я не Скрулл, черт возьми. Мы имеем дело с космической угрозой, и вас вызывают помочь. А звучит заманчиво, но почему я? А кто-то сотрудничает с Кри, чтобы создать новый вид биоусиленного инопланетного суперсолдата. Это опасные ребята. До сих пор мы могли наносить им урон только с помощью световых способностей, таких как ваши. Световых способностей, таких как ваши? Угу. Так, интересно, а звезду она получит или у нас будет дубликат? Почему-то мне кажется, что у нее... Нет, ребята, у нее как раз вот повышение и получилось. Такс. Ага. А последняя-то что такая дешевая? Свет против тьмы, даже ничего не дали. Хм. Я с радостью помогу. Подождите световых способностей. Это значит, что капитан Марвел тоже участвует в этом задании? Капитан Денверс уже на передовой. Космический челнок, на котором мы находимся, как раз направляется к ней. Ой-ой-ой. Так, Камала, сохраняй спокойствие. Ты просто встретишь свою самую любимую героиню. Погодите-ка, что это за звук? Так, а можно мне... Я, наверное, возьму все-таки мисс Марвел. А этих вот нельзя убрать. Ну, почему, ребята, мисс Марвел взял? Потому что у нее по мощам, ребята, больше, чем у другой. А сейчас мы посмотрим, что здесь будет происходить. Я, наверное, поставлю на быструю скорость. Наверное, так будем делать. Эй, тупые людишки, отдайте свое добро, и никто не пострадает. Хм, космические пираты, это так круто. Ну что, давай посмотрим. Так, Фьюри, как всегда, за свое. Этот провокацию берет. А что у него рука-то дрожит перед выстрелом-то? Скажи-ка мне на милость. Давай-давай, в атаку, типа. На, в табло. Так, может быть, нам все-таки, ребята, немножечко... Повеселее сделать скорость-то. Смотри, что творит, а. На всех ладошкой. А, она еще и провокацию на себя взяла, да? Ну, Грут, понятно. Начинает тут хилять, усилять. Готов, упал. Енот тоже упал. Ну, что я могу сказать? По-моему, все тут... А, подожди. Сейчас еще какое-то подкрепление придет у них. Угу. Подкрепление, по-моему, ребят, тут не сработает. Мы здесь сейчас бомбанем.
Ну что ты, Камала, ну промахнулась она, а? Я офигею. Вы можете сделать какую-нибудь массовую атаку, господи, а? Или у вас нет способности, нет энергии на эти способности? Похоже, нет у них способности. Сейчас будем сами проверять, ребят. А, тут три последних осталось. Нормально так ушатал. Готов. Да этому не жить. Что тут один сделает? Она... Не такие уж они и опасные. Наверное, я всегда представлял себе, что пираты сильнее. Извините, что разочаровали вас, но если хотите испытания, то мы совсем скоро встретимся с капитаном Марвел. С капитаном Марвел. Так, ребят, ну, пятую звезду на усиление идет у нее. У нас, по-моему, она есть. А, новое повышение красной звезды. Вот оно что. Это не то, что мы с тобой откроем, а то, что у нас идет повышение. Скажи мне, кто создает усиленных монстров, Ронан? Второй раз я спрашивать не буду. Время для разговоров прошло, предательница. Даже ты не сможешь остановить новых солдат Империи. Вы будете раздавлены пятой могущества. Погодите. Это что еще за подросток? Не знаю. А что там за подросток? Кого они увидели? Камалу Харрис или как ее там? Ее они назвали подростком. Так они об этом пожалеют. Я ее подмога. Здрасте, капитан Марвел. А где капитан Марвел-то? Я не вижу здесь. Здрасте. А, ну капитан Марвел за нас. Я думал, что она будет за врагов. Ну что, давай посмотрим. Сдует, конечно, ребят. Если здесь силы моей капитан Марвел, она у меня прокачана, будь здоров. Тут у них шансов вообще нету. Спасибо за помощь, девочка. Спасаясь в... Подожди, а что так быстро-то? И... В общем, ребят, я не успел прочитать, почему-то быстро так проходит. Раньше мне самому приходилось проматывать. Ну, если что, на паузе прочитайте. Такс, ну что, так мы с тобой сейчас пройдем это, получается, событие полностью, судя по всему. Мисс Марвел, жесткий свет. Тоже идет повышение. И осталось два последних события, друзья мои. Рамбо, рада видеть, что ты цела и невредима. Нашла источник этих новых солдат Кри? Кэрол, да, за дверью этого хранилища есть лаборатория. Мы сможем. Прости, а что это за девочка? Ой, здрасте, я Камала, извините. Я мисс Марвел. Девочка, мы все когда-то были мисс Марвел. Давайте пойдем через эту дверь и посмотрим, что за ней. Ох. Я могу сказать вам, что за этой дверью только смерть. Че, я... да в принципе мне тут и Марвел хватит справиться со всеми. Так что... С полтычка разберусь. Даже несмотря на то, что у меня не фул команда. За этими солдатами стоит Минерва. Нужно остановить их, пока они не нанесли еще больше урона в других местах. Минерва. Ну что ж, давай посмотрим. Так, вот мне бы фотон как-то тоже получить. Ага, воскрешает своего корга. Ты глянь, что творит. Что-то тут и регенерацию, что-то только не навешали на себя. Посмотри на них.
Я так понимаю, Камалу я не спасу уже, да? Слишком слабенькая она получается. Ослабление атаки сделала Фотон. Но я тебе говорю, что тут Марвел справится без проблем. А ее оглушили. Ну, давай. Это тебе не помогло, парень. Хороший удар, кстати, у Фотончика. Да чтоб вас. Забомбили. Так, Нерва опять там кого-то воскрешает. А, нет. Это она на нас тут постепенно урон вешает. Надо было бомбить Минерву, блин. А, все, два последних осталось. Ну им крышка, ребят. Слепота плюс замедление. Вообще имба. Так, это... Блин, да что ж так быстро-то проходит-то? Странно. О, сам Танос появился. Ну что, друзья мои, у меня на Фотон идет повышение. Хотя она у меня еще не открыта. Ну, в ближайшее время я планирую, что она откроется. Так, ну что, последний, ребят, поединок. Усиленный Танос. Как нам его победить? Вместе. Они уязвимы для наших световых сил, верно? Посмотрим, сможем ли мы справиться со всеми тремя сразу. Со всеми тремя сразу? Три Таноса, что ли, будет? Или будет Танос со своей армией? Вот что меня интересно. Ну почему со всеми тремя сразу? Да, ребята, он абсолютно со своей армией пришел сюда. Склонитесь перед силой Таноса. Извини, приятель, ты не первый Танос, которого мы победили. И он меня тоже не впечатлил. Он абсолютно, ребята, с фулл армией своей, да? Да, так и есть. Ну что, посмотрим, как мы здесь справимся. Да. А, нет, вот он. Я думал, что нет его. Вот он стоит. Как его звать-то? Эбеновый зоб. Так. Я ничего не скажу про Фотон, но я тебе скажу, что Марвел выживет. Ее не так легко победить. Да и Фотон тоже, смотрю, вроде бы неплоха. Да вы достали, а. Вот эта вот стерва еще та, блин. Может быть, ее тоже качать? Фила Вэлл. Своими мощными атаками она. Аж два. Корвус Глейв. А у него защита от смерти. Он бы не сдох бы в любом случае, друзья. Блин, этот Корвус из-под тишка делает. Защита от смерти ему только помогла. Такс. Ну, тут, ребята, очень быстро все проходит. Это уже не от меня зависит, друзья. Ну вот, получается, мы одно из событий сегодня прошли. Причем не напрягаясь вообще нисколечко. Да? Ну да, вот, все завершено, завершено, завершено. Так, еще какое событие у нас? Опа!
Серьезно? Серьезно? У меня на Грома есть события? А кого мне не хватало? Мне нужны были асгардцы, друзья мои, и вот они появились. Мы не видели асгардцев уже очень давно, с тех пор, как Ультимус и Кри захватили планету. Мы можем помочь вам, вдова, но у нас тоже есть задание — найти Атилан. Город нелюдей, если не ошибаюсь, он на Луне. Но не наш Атилан. Ультимус перенесет его сюда. Мы бросились в погоню, но не знаем, где искать его. Когда мы пришли сквозь портал, мое зрение затуманилось. Я знаю лишь, что он рядом. Если он на нашей земле, спутники щита смогут найти его. Кого возьмем, ребята? Кто тут самый слабый? Ну, получается, самый слабый — это Хеймдаль. Давай попробуем. Ну, я бы хотел, конечно, чтобы Гром у меня получил следующий уровень. Было бы довольно прикольно. Так, дайте минуту, я задам параметры для спутников. Наташа, стоит мне прийти домой пораньше, как я нахожу тебя с асгардцами Ультимуса. Я просто в шоке. Уэйт, это асгардцы из другого измерения, они не с Ультимусом. А, конечно. Они такие просто свалились с неба, как через какой-нибудь магический портал. Или, что куда вероятнее, ты все это время была двойным агентом и предаешь сопротивление. Это так в твоем духе. Ты пойдешь со мной? Чтобы выполнить задание, защитите черную вдову. Окей. Так, мне удалось установить соединение со спутниками. Теперь нужно навести их. Ну что ж, будем наводить. Сколько? 15 противников здесь будет. Вэлл у меня не прокачана, поэтому я ничего не могу сказать, ребята. Как она себя будет вести? На-ка. А кто это такая-то у меня? А, это Сиф, я ее не уснул. Так, а вот и Гром. Все призывает и призывает, призывает и призывает Нобу. Фига он бомбанул. Че, в невидимость? Естественно. Так, стадия 2. Я выхожу на координаты Атилана. Почти готово. Ну что, мне вот только этого пока бомбить. В невидимость. Поехали. Слабенький какой-то удар, если честно. Смотри, блокирует и все. Промахнулся. Гром просто взял, подключился и вырубил. Так, стадия 3. Город находится здесь, в дикой земле. Осталось лишь уточнить данные. Ну, я думаю, с этим не будет проблем.
фиг ты возродилась, а? Так, давай, наверное, на двоечку поставим, ребят. Посмотрим. Мне главное, чтобы вдову не уничтожили. Остальное все ерунда. Так, завершили, да? Получилось. Я знаю, где Атилан. Умерь свой пыл, говорливый. Это, наверное, из-за того, что ребята на скорости стоит. Угу. Это из-за того, что скорость, наверное, стоит, ребята. Из-за этого и титры быстро пробегают. Так, мне хватит 80 карточек для прокачки его на следующий ранг? Или не хватит? С 5 звездами. 5 детей Асгарда с 5 звездами. Раз, два, три. Тут надо только вот Вэл и Сив прокачать, или Тор. Ну, то есть еще надо, ребята, попыхтеть, чтобы это сделать. Так, это дубликаты, дубликаты. Что так много дубликатов-то? Так, пустельгу получили. Ну вот, ребята, повышаем. Так, ну что, получила ранг. Мисс Марвел тоже получает ранг. И Капитан Марвел. Офигеть. Да ладно, я еще и улучшить ее могу. Оу. Слушай, вообще шикарно. Это бомбическая, ребята, штука. Прокачать ее так. Ну, что у нас еще доступно какое-нибудь событие? Или же недоступно? Вот это вот, конечно, ребята, меня убивает. Только захватчики. Понимаешь, только захватчики. А у меня нет захватчиков, ребят. А из захватчиков, если я не ошибаюсь. Вот. Юнион Джек, Железный Кулак и Бекки Барнс. Вот их нужно всех, чтобы принять участие. Немножко как бы, ну, как по мне, ребят, несправедливо. Так, в два раза больше осколков на ваканцев. Я даже не знаю. Нужны ли мне... В принципе, нужны ваканцы. Но у меня там есть, по-моему, персонажи, которых можно... Как бы тебе сказать... Открыть, не открыть, сейчас посмотрим. Так, Гром, друзья мои, Гром все-таки получает новый ранг. Все-таки хватило на повышение ему нового ранга. А, так, у нас же еще целая орда новых персонажей. Вот кого качать, я хрен его знает, ребята. Персонажей много, а... Минору. Ну, Минору можно было бы попробовать, ребята, открыть, конечно. Угу. А подожди, а почему у меня здесь в сложном режиме злодеев? Я что, ее не открыл разве? Так, тут еще в налетах у нас что-то. Ну, тут просто сферы. Так, а здесь... Понятно. Но тут я не вижу, ребята, смысла что-либо приобретать. Единственное, что... Можно вот здесь что-нибудь глянуть. Ну, вот, например, это можно взять. Что еще тут, если глянуть? Такого редкого, чего у нас нету. Да все остальное есть. Так что нету смысла тратиться даже. Какие-то сферы, 6 штук. 2 сферы на золото у нас, да, идет? Лям 280, нормально. Так, и еще 4. Опа,
Сейчас мы что-нибудь еще получим. Ну-ка. Опа, 50, ребята, карточек на Валькирию. Но прокачать я ее не смогу. По-моему, не хватит, маловато. Так, ну и здесь по пятерочке. Так, я точно Валькирию не смогу прокачать? Ты, Рэйчик, в этом уверен? На 100%? Ну-ка, давай-ка лучше мы с тобой глянем. Валькирия, это вновь испеченный, да? Так как же, не могу. Могу, ребята. И она получает у нас новый ранг. Как-то так. Я даже уже потерялся, ребят. Я даже не знаю, какую фракцию качать. Нет, я хотел асгардцев прокачать, но я больше уверен, что вы запоете, что они уже устарели. Команду пустельги качать, ребята, ну, как вариант, можно было бы. Ну, я имею в виду, пустельга — это команда Пегас. Команда нежити тоже было бы неплохо, в принципе, ребят, прокачать. Так-то, если по большому счету брать. Электрон-то я вообще молчу. Так-с. Дай-ка я попробую найти. Отлично. Создаем. Так, и вот здесь надо еще найти. Чуть-чуть не хватило. Шикарно. Ну что, улучшаем? Улучшаем нашу спасательницу. Очень, кстати, классные ребята, медик. Медик, бафер. У него очень много способностей. Технощит. Так, и тренировку, да? До 74 уровня. Нормально, еще и огненная стена. Ай, хорошо я ее пробафал, ребят. Очень хорошо я ее пробафал. Халки, шмалки. Ну, пока как бы, наверное, ребята. Так, задачу выполнили какую-то. Угу. Участвовать в 3 миссиях ИЗО. А я что, не потратил, что ли? Нет? Так, подожди. Сделаем так. Сделаем так. И вот так вот. Так, в рейдах надо поучаствовать опять же. Еще в одном рейде. Ну и тут компания, энергия, все понятно. Блин, честно говоря, я думал, что будет больше, ребята, у нас пройденных этапов. А получилось как-то не особо хорошо. Так, давай, здесь тоже все награды. Мне бы, ребята, подкачать бы наших бойцов для того, чтобы я мог проходить. Да что там в налете-то опять? Ну-ка попробуем. Ушатал. Так, давай здесь, наверное, возьмем. И здесь заберем.
все вроде бы, да? Ну, тут, как всегда, какая-нибудь сфера заблудившаяся. И здесь... здесь, наверное, персонажи, да? До 10 осколков. Ну да, правда, один. Так, Колин Винкс, кстати, которая мне тоже, ребят, нужна, но я, по-моему, ее... я ее, по-моему, еще не открыл. Подожди, еще какая-то сфера. А, вот. Ну, так как мисс Марвел у нас прокачалась чуть-чуть, друзья мои, чуть-чуть, возможно, у меня дальше продвинутся дела. Я по поводу чего, ребята? Эпическая вот эта вот фигня, я не могу вот здесь вот пройти. Просто колбасит. Просто колбасит, как я не знаю кого. Но, возможно, я еще раз, ребят, говорю, что дела пойдут в гору. И я все-таки смогу пробиться. Не бы пустегу бы прокачать бы до уровня 90 и вместе с ней бы прокачать железного человека. И плюс спасательницу бы. И я бы, ребята, бы, наверное, горе бы не знал бы. Просто всех бы там рвал бы в лохмотье. Да. Ну а пока, наверное, на сегодня будем закругляться. Друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.